Стартовала всероссийская профориентационная акция «Неделя без турникетов». Более 1000 предприятий региона откроют двери для школьников и студентов, чтобы те могли ознакомиться с производством и опробовать себя в работе по различным специальностям. Предполагается, что это поможет им выбрать будущую профессию. Среди участников акции такие гиганты, как Кирижская ГРЭС, Выборгский судостроительный завод, Метахим. В Лужском районе акцию поддержал один из крупнейших в мире производителей абразивного инструмента – Лужский абразивный завод. Первая экскурсия на завод прошла 15 апреля. Музей завода и цеха посетили старшеклассники из третьей школы. Учащиеся четвертой школы посетят завод 16 апреля. Всего около 30 лужских школьников смогут ознакомиться с работой Лужского абразивного завода. В Ленинградской области акция «Неделя без турникетов» продлится до 19 апреля.